День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем доброе утро. Продолжаем. Доктор Клоун и глава общества доктор Клоун Марьяна Миловская с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Марьяна. Доброе утро. Доброе утро. Как вчера, не промокли под дождем-то? Вы знаете, просто замечательно. Неожиданно было, мне кажется, еще прекраснее, чем если бы не было дождя. Я поясню свой вопрос. Вчера вечером в центре Риги, в Верманском парке, общество «Доктор Клоун» устроило шествие костюмированное, вот в костюмах с этими красными носами. Но так получилось, что жутчайший ливень просто в этот момент случился. Поэтому вот как-то я волновался за участников этого действа. Приурочено шествие было к новому, если можно выразиться так, сезону деятельности вашего благотворительного общества, правильно? Приурочено было к открытию кампании по сбору средств. Вот как. На самом деле у нас, да, ежегодно есть так называемая ежегодная кампания по сбору средств. К сожалению, в прошлом году, учитывая пандемию, это было невозможно провести, а в этом году все-таки мы проводим, и мы решили начать с какого-то такого энергии аккумулирующего мероприятия. А мы знаем, что сейчас, к сожалению, никакие мероприятия проводить невозможно или очень сложно, надо что-то ограждать, кого-то проверять, а это не про доктора Клоуна. Доктор Клоун для всех, кому это необходимо, для всех, кто в тот момент хочет участвовать. Поэтому единственное, что мы могли сделать, мы долго думали, мы провели так называемый флешмоб, мы сделали как Гайенс, я не знаю, как шествие, мы прошли шествие, по городу, да. Да, мы начали с Бастионки, дошли до Лейв-Лаукумс, и потом действительно вернулись и прошли в Верманский парк. Вот. И я хочу сказать, да, наверное, что вот мы тоже думали, мы вчера с утра в 7 утра созвонились, и будет ливень, что делаем? Все подготовлено, народу очень много задействовано, что делаем? И у нас полчаса было такой непоняток, и мы решили, нет, ну давайте, мы готовы, пошли. Мы же клоуны, на самом деле, мы можем все. И тогда мы поняли, что на самом деле клоун – это как своего рода зонтик, который помогает справляться с внешними обстоятельствами. И неважно, это дождь или неважно, что такое, мы будем там, и мы приносим радость. Потому что, смотрите, зонтик, он же не делает того, что дождя больше нет. Он просто помогает нам справиться с тем, что мы сухие проходим под дождем. Также и доктор клоун, он не убирает обстоятельства внешние, которые происходят в больнице, да, он помогает справляться с ними, и дети остаются меньше, меньше стресса, меньше травм. Вот. Так что, на самом деле, мне кажется, дождь – это был огромный нам плюс, он принес всем огромную радость, как и клоунам. Мне кажется, все, кто встречали клоунов, еще были более рады, что в такой дождь есть такое мероприятие, которое они могут подключиться, порадоваться, и народу действительно было много, и было невероятно здорово. Да, просто хотя бы проходя мимо, немного улыбнуться в этот дождливый пасмурный день. Марьяна, давайте поясним. Наверняка есть среди слушателей те, кто не до конца понимает суть деятельности вот этого движения «Доктор Клоун». Вы существуете для кого? Зачем? Чем вы занимаетесь? Да, давайте я сейчас постараюсь все по порядку. Во-первых, мы существуем уже 9-й год в Латвии. В следующем году нам будет 10 лет. Это достаточно большой срок. Это, наверное, первое. Второе, я хочу сказать, что мы все живем, в общем-то, в последствиях пандемии и преддвериях пандемии. И для доктора Клоуна, в общем-то, это тоже был важный период. Во-первых, из-за финансовой стороны вопроса, это понятное дело. Во-вторых, из-за работы в больницах. Я сейчас расскажу, как мы работаем и что это происходит. Да, это усиленные условия безопасности. Но что важно, я хочу сказать, что практически всю пандемию, за исключением 2 месяцев, доктора Клоуна работали в больницах. Не во всех, может быть, но практически во всех. И главное, в Риге мы все время были. Вот. И третье, что мы поняли за пандемию, что вот именно то, что делает доктор Клоун, как это важно, и мы, наверное, получили подтверждение важности вот этой вот ценности. Потому что что делает доктор Клоун? Он работает с внутренним ребенком людей. Неважно, это детей, взрослых или медперсонала. А у нас так называемые 3 целевые аудитории. Конечно, изначально это дети, которые находятся в больнице. Второе – это родители, которые находятся с детьми, потому что часто им психологическая поддержка нужна больше, чем детям.
а дети воспринимают всю энергию от родителей, от мам, как мы знаем, очень сильно, особенно в юном возрасте. И мы работаем с медицинским персоналом, который во время пандемии был очень сильно напряжен. Они работали в условиях очень сильных ограничений, масок, этих самых, еще этих пластиковых штучек, вместе. Угу. Да. То есть понятно, что все перерабатывали. И доктор Клоун работает с ребенком, который в больнице, с родителем и с медперсоналом. И что же он делает? Он работает с внутренним ребенком каждого. Что такое внутренний ребенок? Внутренний ребенок отвечает у нас за радость, за энергию, за открытость. И, знаете, иногда говорят, что вот не по годам взрослый ребенок. Это тот ребенок, часто бывает, который пережил какой-то стресс, какая-то травмирующая ситуация. Часто она бывает в больнице, потому что это связано с болью. А что это значит? То, что ребенок потерял своего внутреннего ребенка, потерял свой контакт со своими эмоциями, возможность радоваться, играть, ему больше не хочется, и он стал взрослым. Так вот, клоун именно тот специалист, который работает вот с этой частью ребенка, он позволяет ребенку чувствовать его чувства. Это не обязательно должны быть радость и смех. Это контакт ребенка с его чувствами. Он дает ему разрешение это прочувствовать и через игру пережить те переживания, которые происходят в больнице. Это очень важный момент, не убегать от того, что происходит, принимать и быть в этом. Это как, вот я говорю, это как, знаете, дождь идет, но мы под зонтиком, мы можем существовать в этой ситуации. Клоун помогает переживать ту ситуацию, которая происходит в больнице. Очень часто нужна эта помощь родителям, потому что у нас во взрослом возрасте мы тоже уже потеряли контакт с эмоциональной частью. Если мы эмоционально нестабильны, нам очень тяжело справляться с внешними обстоятельствами. Если мы эмоционально осознаны, какие бы обстоятельства ни были, вот мы видели, сейчас была пандемия, очень много тяжелых внешних обстоятельств, и кто-то справлялся с этим легче, кто-то труднее, вне зависимости от того, что реально происходило. Это зависит от нашего внутреннего, нашей внутренней эмоциональной зрелости. Это очень важный момент, о котором мы хотим говорить на этой кампании, о эмоциональном здоровье, о котором нам стоит заботиться всем. Да, и доктор Клоун заботится в первую очередь, конечно, о эмоциональной составляющей ребенка в больнице. А вот как проходила у вас работа в больнице, учитывая, что масочный режим, и получается, что ведь мимика клоуна – это его лицо, то есть это эмоции, а если они скрыты маской, то это сразу все теряется? Вы знаете, мы точно так же вначале очень сильно переживали по этому поводу. Тем более, что у нас сейчас как раз-таки перед пандемией закончили учиться 4-я наша школа, и это были так называемые молодые, совсем зеленые доктора-клоуны, которые попали в больницу. Мы тоже думали, как же это так будет. Вы знаете, оказывается, эмоции и остальное можно передавать и без мимики. Есть столько разных других способов. Это телодвижение, это все-таки какая-то вербалика. Небольшая. Это не обязательно слова, потому что мы все говорим на разных языках, кто-то что-то понимает, кто-то нет. Это могут быть звуки, это через музыку, да, это через танец, это через движение и, в общем-то, общение на расстоянии 2 метра. Тоже это очень важно. Мы не имеем права приближаться к детям больше, мы их не имеем права трогать, больше нет, понятно, никакого контакта телесного тоже. Но я даже сказать, что мне кажется, что это дало нам еще большую возможность вырасти профессионально. Знаете, это огромный был вызов, с которым ребята справились абсолютно на ура, и мне кажется, мы стали еще 10 раз профессиональнее, чем если бы мы выросли просто. То есть нам потребовало это гораздо больше времени, и мы можем дать гораздо больше сейчас детям. Еще раз повторюсь, не только детям. Особенно было важно, мы поняли, родителям, которых не было возможности выйти из больницы, вообще, в принципе, родители не могли даже меняться во время пандемии, и медицинский персонал, который очень нуждается в поддержке, именно эмоциональной. Напомню, мы беседуем с главой общества «Доктор Клоун» Марианной Миловской. Марианна, а что тогда произойдет в новом сезоне, ну вот этим летом, осенью и так далее? Какие у вас планы? Вы знаете, на самом деле наши планы – это поддерживать работу докторов-клоунов на, по крайней мере, уровне, который сейчас есть. Доктора-клоуны работают в 7 городах Латвии. Это во всех больших больницах, где есть детские отделения.
И для того, чтобы мы продолжали работать, нам, естественно, нужна то есть финансовая сторона вопроса никто не отменял, в зависимости, что бы мы ни делали. Поэтому и происходит сейчас этот сбор пожертвований для того, чтобы доктора-клоуны могли продолжать работать. У нас, конечно, еще в закромах есть разные планы, где и с кем мы можем работать еще, но я думаю, что нам надо все вместе сейчас немножко пережить этот момент пандемии, и вот в следующем году, на свое десятилетие, мы придем с какими-то новыми программами и новыми предложениями, а пока нам очень важно сохранить существующий уровень работы или возможности клоунов посещения больниц, как он есть сейчас. А какие есть способы вас поддержать этими пожертвованиями? Да, мы в этом году, как и все предыдущие года, сотрудничаем с магазином Реми, в котором можно будет купить наши носики. Поэтому я призываю всех, пожалуйста, делайте вы пожертвования на странице или делайте что-то еще, купите носик, сфотографируйте, запостите и скажите, что вы поддерживаете доктора Клоуна. Для нас это всегда будет огромная поддержка, а для вас, я думаю, будет просто много радости и для ваших друзей тоже. То есть, когда мы делаем подобные акции, нам хотелось бы, что, конечно, нам очень важно получить определенную сумму для того, чтобы мочь существовать и, надеемся, развиваться в зависимости от объема. Но нам очень хочется, чтобы люди, когда делают пожертвования, чтобы они тоже это делали через большую радость. Доктор Клоун как раз-таки, да, это красный нос, это всегда улыбка. Оденьте красный нос, улыбнитесь, и, возможно, для кого-то вы сделаете день лучше. Также наш большой друг на протяжении всего наших 9 лет – это Food Union, и в этом году, так как лето, мы продолжаем кушать мороженое, и 3 сантима с каждого ТИО пломбира, кстати, самого любимого, пойдет доктору Клоун. Поэтому это опять-таки, мне кажется, классно. Мы можем объединить в лето, жаркое и с пожертвованием. Да, и, конечно, доброе, полезное и вкусное дело. Да, что, пожалуйста, да, найти нашу страницу и на www.drclowns.lv и пожертвовать нам там. Напрямую. Вот. Да, напрямую. Вы упомянули, что у этой компании есть какая-то специальная модель «Посол-мама». Да, я очень хотела рассказать, поэтому я написала заранее. Есть рекламные плакаты, и у нас есть послы, которые говорят о нас. И в этом году нам очень хотелось, чтобы это была мама, которая действительно прошла путь, возможно, тяжелый, который вот с ребенком. И у нас в этом году модель есть, я не знаю, кто-то знает, я надеюсь, есть такой мальчик с особыми потребностями, Курт, которому сейчас 9 лет. Он, к сожалению, не может сам держать голову, он не может ходить, он учится держать в руках кое-что. И его родители 3 года назад для того, чтобы поддержать этого ребенка, потому что нам нужно очень много денег на реабилитацию, сделали Курта кофе. Такой киоск на углу Верманского парка, где вы проходите, покупаете кофе, и все денежки идут на то, чтобы Курт мог проходить реабилитации. И мне самой кажется, это невероятно здорово, что есть люди, у которых есть силы. Я просто знаю эту маму, Кэти, их 3 деток. Я не видела ее иначе, как только улыбающейся. Поверьте мне, у нее непростая жизнь, и я понимаю, насколько это человек, которого хочется... на которого хочется смотреть, которого хочется поддерживать, да, и в этом году она наш посол, мы хотим, во-первых, привлечь внимание к тому, что вот вспомнить, что есть Курта кофе, и проходя сюда можно купить кофе с дополнительной ценностью, да, в Верманском парке, во-вторых, показать вот эту вот эмоциональную, не знаю, осознанность, зрелость, которой Кэти живет, это, мне кажется, можно поучиться каждому. Ее улыбка заряжает даже меня, когда я очень нервничаю. И это, мне кажется, просто магически. Марьяна. Слушайте, а я сколько раз проходил мимо этой кофейни, Курт, она в двух башнях вот этих вот на входе в Верманский парк, в одной из башенки. Я годами был уверен, что это просто какое-то хипстерское заведение. Там, кстати, вкусный кофе или прям, ну действительно вкусный. Но интересный факт. Эта кофейня, эта башенка, она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая кофейня в мире. Ее площадь, по-моему, 3 квадратных метра. Там помещается вот человек, кофейный аппарат, и, я не знаю, там пакет кофе. Все. А, ну кассовый аппарат еще. Ну, вот такая вот, просто ремарка. Да. Извините. Марьяна, у меня вопрос. Это отличная ремарка. Может быть, да. Вот вы знаете, вот, да.
У меня вопрос был, вот подводя, как, может быть, уже какой-то вот итог нашей беседы, вот какой результат, вот чтобы люди понимали, вот что в результате деятельности доктора Клоуна происходит? То есть вот какой, я не знаю, вот можно вот сказать, итог вашей деятельности, в чем он выражается? Это выражается в том, что дети выходят из больницы максимально нетравмированной ситуации в больнице. И это безумно важно, потому что мы помним, как у нас из детства сохранялись какие-то травмы при белых халатах, при том, что происходило. Доктор Клоун помогает ребенку в больнице пережить все самые тяжелые моменты, которые там происходят. Он находится с тем ребенком, которому больше всего это нужно в тот момент. И да, помогает переживать тяжелые моменты, какие бы они ни были. А как доктор Клоун вызывается? Он же не каждому ребенку, ну, скажем так, грубо говоря, положен. Ну, во-первых, у докторов-клоунов есть определенные графики, по которым они ходят по отделениям, потому что, например, Рижская больница детская очень большая. Но также доктора серьезные имеют номера телефонов нас, и если какому-то ребенку, например, в послеоперационный период нужен доктор Клоун, или наоборот, ребенку надо подготовить к операции, он очень сильно волнуется, да, доктор Клоун проводит с ним все это время до операции и проводит его на операцию. Нас специально вызывают, и доктора-клоуны приходят туда по вызову, если, конечно, они есть в тот момент в больнице. А мы стараемся более-менее покрывать, чтобы в день в принципе, мы были плюс-минус все время, ну или хотя бы какие-то часы, что если есть определенный запрос, чтобы мы обязательно там были. Дети часто просто очень сильно боятся, например, тех же самых манипуляций. Они не болезненные, но дети в очень большом стрессе находятся, потому что они не знают, что там будет происходить. У докторов часто нет времени им рассказать, потому что доктора делают свои очень важные вещи. А доктор Клоун – это тот, кто доводит ребенка до манипуляции, объясняя через игру, что это такое, что это не страшно, что это не больно. Если это больно, то, возможно, это не так страшно. Доктор Клоун на себе это все опробует. То есть ребенок, он, во-первых, информирован о том, что там происходит, и относится к этому куда более здорово. Марьяна, огромное спасибо вам и за вашу работу, за самоотверженный труд, и за рассказ, за участие в нашем эфире. К сожалению, время наше выходит, нам пора уходить на паузу. Хорошего дня, удачи и развития. И, конечно же, чуть позже на портале MixNews.lv в текстовой версии нашего разговора мы укажем все способы, как можно вас поддержать морально, а главное, материально. Еще раз спасибо. Спасибо вам, до свидания. Спасибо, что пригласили. До свидания. А мы, конечно же, уходим на паузу, после которой вернемся с новой темой, с новым гостем. Карина Бернан, специалист по недвижимости. Будем говорить о том, как изменился рынок недвижимости столицы и пригородов за последний год. А там есть интересные нюансы. Радио Болткома.